Добрый день, мои подписчики. Я приобрел канал с подпиской. То есть, соответственно, и это цех. Значит, что я хочу сказать. Я не занимаюсь сборкой, разборкой тракторов. Это мне все не нужно будет. Кому нужно приобрести в полцены или по договоренности инструменты, обращайтесь на этот канал, пишите. Я, значит, занимаюсь PCP темой, соответственно, на этом моем канале я его переделаю и будем заниматься настройкой, обслуживанием PCP пневматики, значит. Кому не нравится, отписывайтесь. Станок этот также будет реализован, ну не знаю, за сколько я его брал, как бы предыдущий владелец не сказал этого помещения. Но я думаю, ну за десятку он уйдет в легкую. Так, кому что надо, вы же там более-менее общались с человеком, кому надо, какие инструменты, то есть можете писать в личку и мы с вами договоримся. То есть буду отсылать наложным платежом, там с ДЭК компания, там DPD. В принципе, кран-балка тоже мне не нужна, тоже. Ты за 15 уйдет, вот это все вместе. Какое оборудование, как по цене металлолома тоже могу отправить вам. В принципе, здесь мне это все не надо. Тут совсем другая будет планировка. То есть все для PCP пневматики. Значит, соответственно, та же, это будет печка реализована. Здесь будет стоять электрическая печка, потому что по технике безопасности она уже... Ну, будет, не знаю, ну, 1000 за 7, я думаю, с трубой она уйдет тоже. То есть ключи, вот это болт какой-то, он мне там за болт говорил золотой. Это обычный металлический покрашенный болт, ну, тоже могу подарить его кому-нибудь вместе с этим, с вот этим приложением это уйдет он тоже. Кстати, да, вот этот трактор, я не знаю, чей он, предыдущего собственника, либо он там кому-то на заказ сделал, ну, по цене металлолома, я думаю, он тоже уйдет отсюда, потому что он, я даже не знаю, как этой кран-балкой пользоваться, не знаю, может обкусить вот здесь этот, потому что, ну, как, не могу разобраться. В принципе, да, уйдет тоже, пишите. Также на этот канал мы все вам вышлем. Ну, в принципе, так, смотрите, что надо, кому обращайтесь. Всем пока.